Добрый день, уважаемые зрители! С вами, как всегда, Александр Сударев. И в этом видео мы расскажем вам о том, какими мощностями на март 2021 года обладает опытный участок Совалмаш. Ну и давайте начнем разбираться. Собственно, за моей спиной представлены два чиллера. Это охлаждающие комплексы, которые предназначены для охлаждения того оборудования, которое к ним и подключено. Данный чиллер предназначен для охлаждения системы нагрузочных машин, которые располагаются в испытательной лаборатории Совалмаш. Этот же чиллер предназначен для охлаждения большой лазерной установки, которая представлена собой в виде комплекса установок. Данное сам итербиевый волоконный лазер и большой лазерный стол закрытого типа. Что важно отметить здесь? Во-первых, в данном комплексе применено довольно большое количество удобных решений, в частности, встроенный компьютер с программным обеспечением, который позволяет оператору лазерной установки загрузить все необходимые материалы и приступить непосредственно к работе. Защитные экраны. Само рабочее поле, здесь предусмотрено освещение, а также система очистки и фильтрации воздуха. Ну, собственно, про систему фильтрации и очистки воздуха мы поговорим чуть позже, когда к ней подойдем. Ну, а здесь же еще представлен датчик кислорода. Он показывает процент содержания кислорода в атмосфере, а также позволяет обезопасить труд и оператора лазерной установки, и других сотрудников, которые находятся также в этом помещении. Ну, давайте пройдем к следующей лазерной установке. Данная лазерная установка нашими специалистами именована как малая. Почему? Потому что она действительно имеет самые малые габариты из того, что здесь представлено, и необходима она для гравировки. То есть здесь происходит создание шелдов двигателей, гравировка на любых других деталей, которые изготовлены нашими специалистами, а также деталями, которые были приобретены уже готовыми. Все это позволяет делать, собственно, данная установка. Используется довольно часто, полезная в использовании и для наших целей просто незаменимы. Ну, пройдемте дальше. Здесь же располагается очередное рабочее место, на котором, как правило, происходит проверка, подготовка чертежей для, собственно, того, чтобы начать их обрабатывать и запустить ту или иную лазерную установку. Здесь вы можете наблюдать два компьютера, хотя на самом деле системный блок здесь только один, а это как раз-таки, собственно, сам лазер малый, о котором мы говорили ранее. Это я забыл упомянуть. Пройдемте дальше. Собственно, далее. Здесь у нас располагается, если можно так выразиться, средняя лазерная установка. Она предназначена для резки неметаллических материалов. И, как правило, она используется для изготовления также необходимые оснастки из оргстекла, фанеры, чего угодно. И одно из основных, скажем так, применений – это нарезка пазовой изоляции для, собственно, укладки дальнейшей в пазы двигателя, ну и уже, скажем так, для процесса намотки самого двигателя. Также в помещении представлено довольно большое количество шкафов, верстаков и так далее. Все это необходимо для хранения материалов, для хранения инструментов и так далее. То есть все сделано довольно компактно, удобно, и каждый сотрудник знает, где, собственно, его вотчина, где его инструмент и что он будет делать в следующий момент времени. Это действительно удобно в плане организации труда. Собственно, система, на первый взгляд, не видна, но с другой стороны, это система хранения, собственно, материалов, из которых идет, выполняется резка на лазерном оборудовании. Это немаловажное устройство, которое довольно часто используется специалистами. И самое интересное, там находится наш испытательный литейный, прошу прощения, ее мы вам, может быть, попозже покажем. Это некоторая такая импровизированная выставка с образцами электродвигателей, которые были уже, собственно, специалистами Совалмаш созданы, модернизированы или разработаны. Тут как бы вот есть на что тоже посмотреть. Теперь мы вернулись с вами опять к лазерной установке, точнее, к одной из ее части. И здесь также мы не упомянули про изоляционную бумагу, изоляционный материал, который, собственно, и нарезается на лазере среднего размера. Ну, давайте двигаться дальше. Во-первых, стоит отметить, что мы находимся с вами под андрисолью, специально выполненной по нашему, так сказать, проекту наших специалистов. Для чего это сделано? Для того, чтобы хранить массогабаритные грузы, также инструмент, опытные образцы двигателей и так далее. То есть это действительно очень удобное и многофункциональное, скажем так, устройство.
устройство или место, если можно так выразить. Здесь же вашему взору представлен компрессор. Компрессор, который достигает давления порядка 6 атмосфер. Также он обладает встроенным ресивером, забирает воздух из атмосферы, прогоняет через фильтры и далее выдает уже, собственно, сжатый воздух. После того, как сжатый воздух генерируется этим компрессором, он по системе труб попадает в данный большой ресивер. Стоит отметить, что данный ресивер хранит также сжатый воздух давлением, ну, в среднем до 6 атмосфер, и он значительно больше своих собратьев по размерам. Почему? Потому что воздух из этого ресивера попадает также по системе распределения в разные участки, то есть и в опытный участок, и в литейную, и в намоточную и так далее. То есть он применяется, скажем так, по всем площадям, сопряженным с опытным участком. В том числе, после этого ресивера воздух, также проходя по системе труб, проходя через фильтры тонкой очистки, которые призваны удалить остатки масла, продуктов работы, износа, собственно, самого компрессора и так далее, сжатый воздух попадает в генератор азота. Генератор азота – это устройство, которое, как многие из вас уже заметили, создано для того, чтобы генерировать азот. В кислороде находится, ну, порядка 70% самого азота, и путем перекачки из системы колб, мелких мембранных фильтров, собственно, идет выжимка азота, и практически чистый азот также по системе распределения попадает в следующий ресивер, в данный. И здесь также хранится под давлением порядка 6 атмосфер. Но здесь может возникнуть вопрос, зачем же необходим данный ресивер? Данный ресивер служит одной очень важной задачей. Он является комплексом азотной станции, если можно так сказать, и выполняет роль продувки. То есть как раз-таки это необходимо для того, чтобы генератор азота мог выполнять свою главную задачу – генерировать сам азот. Далее. Здесь вы также можете наблюдать за системой распределения и движением сжатого воздуха, азота. Все это подписано. Специалисты знают, какой вентиль за что отвечает и какими путями можно переключить установки таким образом, чтобы подавать либо азот, либо сжатый воздух на те, так сказать, участки рабочие, которые необходимы. Что стоит сказать по поводу азота? Азот применяется в большинстве случаев для работы большой лазерной установки. В зависимости от материала, от металла, которого, резка которого происходит, необходимо подавать тот или иной газ. В нашем случае либо это сжатый воздух, либо, собственно, сам азот. Но помимо самого газа необходимо соблюдать определенные условия по давлению, которое, собственно, будет нагнетаться. Для того, чтобы осуществить резку под высоким давлением, более 6 атмосфер, нами было дополнительно установлено это приспособление, так называемый бустер, который увеличивает входящее в него давление за счет системы мембран и своего устройства таким образом, что оно может быть увеличено в 4 раза. Соответственно, газ после прохождения бустера, который также имеет свой ресивер, но довольно небольшого объема, подается и накапливается уже в этом большом ресивере, который рассчитан на давление порядка 16 атмосфер. Как правило, нами используется чуть меньшее давление, но тем не менее. Что интересно, во-первых, также здесь есть фильтр, который призван очистить остатки попадающего масла и других возможных фракций. И данный ресивер может быть наполнен как азотом, так и сжатым воздухом. То есть фактически в бустер подается либо сжатый воздух, либо азот. Все это, опять же, в зависимости от того, что необходимо для работы лазерной установки. Далее, за моей спиной, вот здесь немного так компактно, уже места довольно мало, установлена система фильтрации и очистки воздуха, которая, собственно, очищает воздух внутри закрытого рабочего стола большой лазерной установки и, соответственно, пропускает через себя уже все продукты горения, распады и так далее. И, соответственно, на выходе выдает его в атмосферу уже очищенным, и по итогу в помещении нет ни гари, ни смога. Кислородный датчик показывает необходимое содержание кислорода в атмосфере. И, собственно, все сотрудники получают возможность работать и выполнять свои функции. Пойдемте дальше. В том числе в помещении также присутствует шкаф для хранения горючих материалов, который, собственно,
создает все необходимые условия для соблюдения техники безопасности при работе с горючими материалами. Электромеханическая гильотина, которая периодически используется специалистами. Также можно увидеть установку для проведения испытаний, снятия характеристик с автомобильных генераторов и так далее. В принципе, всего очень много на опытном участке находится. А у нас, как многие из вас знают, площади на сегодняшний день являются арендными и приходится, скажем так, пользоваться тем, что есть. То есть хотелось бы больше пространства, больше простора, и я думаю, что в будущем проектно-конструкторском технологическом бюро, строительство которого происходит на территории технополиса Москва, площадки Валабышева, нам позволит разгуляться уже более подробно, потому что в работе, собственно, по разработке, созданию, отработке автоматизированного производства электродвигателей, конечно же, задействовано значительно больше процессов, нежели чем мы можем реализовать на данных площадях. Но на март 2021 года опытный участок выглядит именно так. Поэтому в следующих наших видео мы постараемся вам рассказать о том, как же выглядят и другие некоторые наши площади. Если вам было интересно и любопытно, обязательно пишите свои комментарии, оставляйте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на видео. До новых встреч, уважаемые зрители!